приветствую, друзья! Пользователи социальной сети пришли в восторг, когда увидели домашнего кролика, размер которого достигает практически человеческого роста. Проживает питомец вместе со своей семьей в Сиэтле. Мы подумали, что лучше будет завести кролика, ведь на съемном жилье нельзя было держать собаку или же кошку. Наша дочь Мэйси очень любит животных, поэтому мы решили, что настало время для пополнения семьи и занялись поиском красивого кролика. Мы заметили, что кролики большого размера отлично уживаются с детьми, рассказывает Линси, владелица гигантского кролика. Также женщина добавила, что Кокоа Пав некоторое время привыкал к смене обстановки и людям. Он достаточно быстро нашел общий язык со всеми членами семьи. По словам хозяйки животного, на то, чтобы приучить кролика к порядку, им потребовалось примерно 6 или 7 месяцев. Многие могут недооценивать этих пушистых животных, но они достаточно умные. Конечно, семейство не выгуливает своего питомца, словно собаку, но все же регулярно отправляют его подышать свежим воздухом. В день кролик съедает две огромные миски зелени, пищевых гранул и сена. Также он любит лакомиться сушеными бананами и манго. Невероятным везением оказалось то, что у Кокоа Пав не возникает желания погрызть провода. Мы не раз слышали, что домашние животные погибали из-за удара электрическим током или портили зарядные устройства, компьютерные и электрические шнуры, добавила в своем интервью Линси.